передаем все эти данные на федеральный уровень и оставляем в нашей региональной программе. Развитие инфраструктуры, поддержка семей с детьми, повышение статуса и престижа врачей. В Барнауле в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» принимают обращения инициативных групп населения края. У нас всегда есть пул общественников, которые работают с нами, те общественные организации, которые вкладывают большие усилия в развитие нашего региона. И, конечно же, эти общественные организации сегодня с нами решили войти в этот штаб. Мы приглашаем любые общественные объединения, которые настроены на развитие Алтайского края, участвовать в нашей работе и вносить свои предложения. Сколько бы лет не пришлось мне шагать, я Алтайскому краю служила, служу и буду служить. Я не член партии «Единая Россия» и вообще сейчас не член никакой партии. Сейчас жизнь научила ценить не по партийной принадлежности, а ценить по делам. Благодаря штабу желающие смогут оказать помощь и поддержку партии, а заодно и реализовать собственные инициативы. Здесь планируется, чтобы было прямое общение избирателя с теми, кто способны и могут донести за потенциальных кандидатов в законодательное собрание края, Государственную Думу, свое видение развития нашего края и нашей страны. На сегодняшний день уже поступили вопросы, касающиеся поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, обеспечения жителей края доступным и качественным жильем, а также возможности роста доходов населения. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.